парни, можно сколько угодно говорить, как нам выигрывать, что делать, но в итоге все зависит от нас. И такие принципиальные игры выигрываются только нашим желанием. Так что давайте выйдем и заслужим нашу победу. Давай, эй! Белгород! Сюда! Казалось, что в первой партии Новосибирск чуть-чуть лучше как-то почувствовал зал. Там и подача у них лучше летела, и они сами принимали очень хорошо. Конечно, когда там прием у них, не знаю сколько процентов, но был очень высокий в первой партии. Конечно, там в атаке проще разрывать. В первой партии мы очень хорошо отподавались. У всех летела подача, и не было ошибок, которые нам привычны. Во второй партии стали более цепко играть и в защите, и на блоке. Доигровки все были активны, искали мячи. Почему вторую партию проиграли? Вот как раз-таки из-за своих ошибок, скорее всего, на подаче. Чуть-чуть уже, как обычно, верим в себя и слишком самоуверены. И, возможно, это сказалось на результате второй партии. Потом опять чуть-чуть небольшой спад у нас был, пару мячей проиграли, один за одним в третьей партии. Четвертый, сами видели, что все было ровно до конца. Мы верили, что мы можем и четвертую партию забрать, и в пятой партии победить. Я считаю, что Белгород провел очень хорошую серию. Мы знали, что это будет сложная игра здесь. Важная игра с точки зрения турнирной таблицы. Знаете, мы находимся рядом. Это прямой поединок, наверное, за попадание в четверку. Так что была нужна и нам, и Белогорье эта игра. Получилась хорошая игра, интересная. Я думаю, что оба команды показали хороший волейбол. Били за победу. Я думаю, что в некоторых мелочей мы были лучше сегодняшней игры.
чуть-чуть не повезло, чуть-чуть не хватило, наверное, вот какого-то одного мяча в четвертой партии, чтобы нам, лидерами, подойти уже к концовке, а не догонять постоянно всю партию. По самоотдаче, я думаю, что у нашего тренерского штаба претензий нет. Вот видите, в конце и повезло, хотя я считаю, что в четвертой партии мы заслуживали получить урок, потому что пропустили огромное количество доигровочной ситуации, в простых ситуациях не сыграли правильно, упала у нас концентрация, и мы заслуживали получить на подзатыльник. Ну да, вот удача на наш стороне, последний мяч, это нам повезло. Но лучше, хорошие с таких ситуаций сделать выводы, конечно, когда выигрываешь. Как можно не доходить до таких ситуаций на нервной концовке, если у тебя инициатива в руках? Грязно сыграли, всю игру грязно сыграли. Посмотрите, допустим, команда Новосибирска. Они постарались, то, что достали мячи в защите, они отыграли их и позабивали. А у нас вот это, вроде мяч в руках, раз на ту сторону довели. В принципе, не смогли до конца справиться с первыми темпами. Где-то заставили и где-то ошибаться, заблокировали там пару мячей. Общая картина игры не сложилась. Там, вот эти вот ненужный брак очень много минусов дал сегодня в игре. Заболотников лучше сегодня. Ну, хорошо сыграл, молодец. Ну, в игре как-то мы особо не сомневаемся, потому что опытный, хороший игрок. Руслан должен как-то себя преодолеть, пока у нас есть возможности, потому что игры плей-оффа не за горами. Но он должен себя психологически где-то надломить и показать. Ну, мы хотим в это верить. Мне кажется, это просто важная игра была, принципиальная для нас. Хотели победить Новосибирск уже в этом сезоне. В чемпионате мы проиграли. В Спартакиаде тоже проиграли. Чуть-чуть не хватило, 2-3 вроде. Были близки, но вот будем стараться. С такой поддержкой, как сегодня, конечно, нам будет это проще делать в дальнейших играх. Болельщики просто гонят нас вперед, дают силы, как во второй партии. Каждый мяч, ну, это классно. Так что большое спасибо за выезд болельщиков. Не думаю, что это просто для них приехать за 500 километров от города, просто поддержать команду любимую. Но для нас это действительно важно, и для клуба. И клубу спасибо, что это все занимается. Понимает, что нам тяжело сколько там месяцев играть на выезде. Поэтому хочется, чтобы это уже стало наш домашним временно залом. Мы будем привыкать к нему. Ну и чем больше болельщиков наших, тем будет лучше.